Я хочу рассказать вам о моей прабабушке Наумовой Елизавете Матвеевне, труженице тыла. Она родилась в 1932 году в мордовском селе Большое Моресево. Когда началась война, прабабушке было всего 9 лет. Начались трудные времена. Мужчины ушли на фронт. В родном селе остались женщины, старики и дети. Прабабушка вспоминала, что в школе не хватало учебников, тетрадей. Писали на газетах. Прабабушка вспоминает, как ели щавель, пекли хлеб из лебеды, всегда хотелось есть. А у меня сапанищу курокин пишет, я отстанкий здесь, Иванчак Акуломс. Kad šeitų kurodų jartas jau už tau žiūrūnį, iš tų dėtų čuvai, krakvalnė kvežnė kavam panirydė, kiek už pasibą pasilėdų mirė, gerdų stai iš tėmą išbėgšė. Без тыла не было бы успеха победы. Так, еще ребенком моя прабабушка заработала это звание труженик тыла. В 2004 году она была приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны. Прабабушка не любит вспоминать военное время. Слишком много ей пришлось пережить. Но историю должен знать каждый. Знать, каким трудом досталась нашему народу победа. Знать и помнить.